На территории Камчатского края с 2019 года открыто 17 центров цифрового и гуманитарного образования. Второе название – точки роста. Материально-техническая база центров «Точка роста» позволила обновить содержание преподавания таких предметов, как информатика, технология, основы безопасности жизнедеятельности. С 2021 года наполнение точек роста изменилось. С этого года в 10 сельских школ Камчатского края поступит новейшее современное школьное учебно-лабораторное оборудование в кабинеты физики, химии и биологии. И вот такое изменение очень символично в 2021 году. Ведь 2021 год объявлен президентом годом науки и технологии. Таким образом, точки роста, которые с этого года называются центрами естественно-научного и технологического профиля, позволят не только продолжить модернизацию, обновление материально-технической базы отдаленных сельских школ, но также ученикам сделать первые шаги в исследования, первые шаги в науку. Основная задача проекта «Точка роста» в рамках национального проекта образования – это уменьшить разрыв между возможностями городской школы и возможностями сельской школы.